Да, крысы бегут с корабля украинской власти, но этот корабль все еще на плаву. И вот куда его могут привести бурные волны украинской политики и какие могут встретиться там подводные камни, давайте обсудим с нашими экспертами. На связи со студией политолог, зав. Отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков и политик, общественный деятель, экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавка. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Алексей, вот к вам первый вопрос. За последний год мы видели как минимум две похожих ситуации на то, что сейчас происходит у Порошенко с Зеленским. Когда некие оппозиционные деятели, находившиеся там в розыске, возвращались в свою страну. Один случай был в России с Навальным, второй в Грузии с Саакашвили. И вот оба закончились плачевно для этих персонажей. Зато вот у Порошенко, на первый взгляд, все не так уж плохо вышло. Как вы думаете, что ему дало такую уверенность в себе, вот в его действиях? И каковы вообще шансы выйти сухим из воды в дальнейшем? Ну, если говорить о том, что и сравнивать этих политиков двух, Навального и Саакашвили, то не надо сравнивать, это разные вещи. Во-первых, Порошенко еще недоигранная скрипка, раз. Карты еще не все биты. Порошенко это слуга Америки. Да, в чем-то он подвел Америку. Но в случае, если Зеленский не будет выполнять те требования, которые США требуют, то это фактически ему готовится скамейка запасных Порошенко. А Зеленского просто-напросто сольют. Но, вы же поймите правильно, на Украине еще идет война. Но это внутренняя война, гражданская. И уж надо представить, как война с Россией, значит, должен кто-то подпирать Порошенко. Порошенко должен подпирать Зеленского. Это своего рода бита. Плюс давайте будем говорить так. Гарантии Порошенко дала Америка, Англия, Европа. Все-таки как-никак он на сегодняшний день к ним ближе, чем даже Зеленский. Хотя Зеленский занял позицию непосредственно чего? Европы, националистов. Против России работать, занял эту позицию. И в этом плане, что просто-напросто не сдрефил Зеленский, его подперли. Дали гарантию непосредственно Порошенко. Теперь мы наблюдаем, как в Донбассе идет эскалация. Но надо, чтобы кто-то как-то объединял всех этих больных на голову, кастрюли головых. У Порошенко все-таки есть ядерный электорат. В случае вдруг сдачи, так Европа может на сегодняшний день питаться чем? Львов откусить, расколоть до конца Украину. Но вот такой вот механизм примерно на будущее разыгрывается. Хотя сам Порошенко, он как бы выигрывает ситуацию у Зеленского. И над схваткой как бы является, если посмотреть. Но Зеленский тоже что-то набрал, но немного. И вот вы посмотрите, что в следующий месяц, если до войны не дойдет, да, у Порошенко вырастет рейтинг. Потому что он на фоне того, что происходит на Украине, без Донбасса и без Крыма, он выглядит намного сильнее. Поэтому, это безусловно, конечно, это, как мы уже видим, признают даже вот бывшие там приверженцы команды Зеленского. Да, но Порошенко без Зеленского не сможет, потому что он его руками уничтожает ту оппозицию, которая сегодня есть. То есть ОПЗЖ уничтожает, другие партии. Ну, сам Зеленский сегодня, он проявляет слабоумность, будем говорить так. Он даже по своим топчется, умудряется. Поэтому в данный момент сейчас будет разыгрываться сценарий, когда Зеленскими руками будет уничтожаться напрямую оппозиция. Активная, пассивная, неактивная и так далее. Она будет просто зачищаться. Что, по большому счету, поможет потереть руки нашему Петру Кровавому, Порошенко. А хотя в большей части сохраняют Порошенко,
это чтобы клином быть против России и проявлять все больше и больше и больше агрессии. Теперь что мы видим? Мы наблюдаем, что когда ситуативно объединяются якобы злые враги, а на самом деле они делают и провоцируют войну на Донбассе. Зеленский не контролирует ситуацию на самом деле с военными и с другими бандформированиями. Так тут Порошенко поможет. Там же люди остались и Турчинова, там же люди остались и Порошенко и так далее. И того же Авакова, например. Хорошо, Иван, вам вопрос. Вот как вы оцениваете действительно действия команды Зеленского в этих условиях? Потому что, в принципе, все последние конфликты с крупными деятелями внутриукраинской политики, да, влиятельными господами, начинала команда Зеленского. Сначала они давили Медведчука, потом пытались прыгнуть на Ахметова, с Аваковым были там разногласия. И, по сути, ни одна атака до конца не была доведена. Даже Медведчук еще кое-как отбивается. Его там не убили, не посадили еще пока и так далее. А с Порошенко вообще как-то неубедительно вышло. Почему так, по вашему мнению? И чем это может грозить действительно Зеленскому и тем, кто за ним стоит? Ну, я бы не сказал, что эта атака неудачная. Позиционная платформа «За жизнь» реальная. Оппозиция, которая была самая популярная на Украине, сейчас задавлена. Медведчук исчез из информационного пространства, рейтинг его действительно очень сильно снизился. Сейчас для Зеленского Порошенко является единственным реальным оппонентом. Я не могу назвать это оппозицией в рамках общей майданной системы, но реальным оппонентом, который может вывести улицу. И более того, правильно вы вспомнили, что у Порошенко есть и ядро, и есть прихвостни из среды националистов, бывших сотрудников того же там Арсена Авакова, Турчинова, его собственных людей, которые сейчас остались не у кормушки. То есть это реальная уличная сила, которой больше всего боится Зеленский. Но у Зеленского решили сыграть карту Порошенкова, чтобы на следующих выборах Зеленский или какая-то его креатура билась именно с Порошенко как вот олицетворением прежнего олигархата, прежнего всего ужаса. Тем не менее, Порошенко проявил себя не как идиот Навальный или идиот Саакашвили, а он прекрасно понимает, что он действительно не списанный игрок. За ним есть товарищ Байден, с которым у него не просто прекрасные отношения, но и бизнес-партнерство. Помните эту историю, как они вместе сыном Байдена воровали украинские ресурсы. А Зеленский в свое время поставил не на того кандидата во внутриполитических спорах в Соединенных Штатах и слил компромат Трампу на семейку Байдена. Поэтому он, конечно, ну, не токсичный, но, скажем так, вяло рукопожатный для администрации действующего президента. И в конце концов Порошенко, как фигура, олицетворяющая вот этот олигархат, привычную украинскую систему, просто кровь от плоти украинской политики, он становится центром притяжения его даже оппонентов, которые тоже привыкли действовать в рамках этого олигархического дерибана. То есть все остальные олигархи, они понимают, что вслед за Порошенко, если с ним расправиться, Порошенко, за которым реально улица, за которым есть ядро, более того, такое пассионарно-националистическое, вслед за этим будут расправляться и с ними. И поэтому они, скрипя зубами, будут как минимум ему сочувствовать, если не помогать. Поэтому нам предстоит очень интересная битва жабы и гадюки. Классическая ситуация. Алексей, вам еще вопрос. Вот когда вы были в Верховной Раде, вы вообще лично сталкивались с Петром Порошенко? Вот что он за человек? Он из тех, кто идет там до конца за своими целями? Или он такой оппортунист, склонный к договорникам? И как это может отразиться на нынешней ситуации? Давайте так. Оппортунистом его нельзя назвать. Он может договариваться только, когда у него какие-то серьезные проблемы.
А так он за 300 гривен готов удавить самого ближайшего своего даже родственника. Это продажный человек, я его лично знаю. Это человек, который на меня лично направил СБУ и дал команду уничтожить меня физически, несмотря на то, что я являюсь инвалидом. Поэтому этот человек, он ходит по трупам, ему абсолютно все равно, где зарабатывать и как деньги. Ему плевать на Донбасс, на тысячи жизней. Он просто разотрет. Вот живой пример. Он даже сейчас не рассчитался со своими сторонниками по 300 гривен. Вот это до чего жадный человек. Это из тех, которые ездили вот на эту встречу в аэропорту и под судом, правильно я понимаю? На вот в аэропорт, которые под судом стояли. Поэтому этот человек, это, понимаете, это очень опасный человек. Он никогда не сдержит свое слово. Да? Я с этим человеком знаюсь, когда он работал министром экономики, будем говорить так, и когда за взятки просто подписывались документы. Я с ним в конфликт лично входил. Я этого человека не уважаю. Для меня он есть убийца, и он рано или поздно будет осужден. И за то, что он сегодня разрывает наши человеческие узы между Россией, Белоруссией и Крымом, на сегодняшний день так назовем, и между Донбассом, он должен за это ответить. Я могу только одно сказать, что ради достижения своей цели он готов всех своих родных сдать. Вы что думаете, он пожалеет сына своего, если его завтра примкнут? Нет, этот человек очень страшный. Вот как бы я ответил. Теперь то, что касается жабы и гадюки, это видимость будет жабы и гадюки. А на самом деле американцы не позволят. Они для картинки будут это все делать. И для того, чтобы забалтывать народ. А использовать два этих фактора, ну, будем говорить, один еврей и другой еврей, один нацик и другой нацик, и они будут их использовать все против России и раскалывать общество. Им на сегодняшний день поставлена задача. Если Америка вдруг согласится на то, чтобы сегодня отвести НАТО, не вступление, либо же там до 97-го года отвезти, до 91-го года НАТО отвезти. Будет стоять задача. Но мы ж не смогли там договориться. Пока. Но мы-то нет. Американцы белые пушистые, мы-то американцы пообещали вам, мы-то все выполняем. Мы ничего не можем сделать. Там не может договориться ни Порошенко, ни Зеленский. Вот они пошли войной. Вот будет разыгрываться вот такой сценарий. Вот и все. Но мы идем к войне. Ну, этот вопрос, да, пока стоит на такой грани, где непонятно, как будет в дальнейшем происходить ситуация. Но вот, если все-таки посмотреть на вот эту внутреннюю ситуацию на Украине, Иван, вам вопрос. С точки зрения именно интересов России, какое развитие нынешней внутриполитической вот этой конфигурации было бы, может быть, предпочтительнее? С кем, скажем так, проще справиться было бы в случае прихода к власти или оставления у власти, да, там со слабым, но хитрым там Зеленским и там кто за ним стоит, или с таким вот на первый взгляд более сильным и упрямым и алчным Порошенко? Вы понимаете, система не меняется. Когда Зеленский приходил к власти, его выбрал русскоязычный избиратель, поверивший в этого господина Голобородько, своего парня из Кривого Рога, русскоязычного, дедушка-ветеран и тому подобное. Ну, Петр Порошенко тоже когда-то ходил в храм Московского патриархата с георгиевской ленточкой. В этой системе любой политик, которого Соединенные Штаты натягивают на руку, как вот этого персонажа Петрушку кукольного, он превращается в жуткого русофоба, милитариста и врага собственного народа. Просто сейчас, если Зеленский, например, в этом соревновании русофобов дает слабину, скажем так, даже, например, начинает что-то заявлять о
реальной реализации формулы Штайнмайера, например, в рамках Минских соглашений, то тут же выпускают на арену боевого Порошенко с его уличной бандой, которая будет кричать «Зрада, зрада, спасаем Отечество, слава Украине» и так далее. То есть американцы всегда ставят на разных жаб, на разных гадюк, которые в этой банке крутятся. И, к сожалению, у наших людей там нету. Мы можем рассчитывать только на то, что действительно украинский народ встанет и в случае какого-то внутреннего раскола Украины сметет всю эту шваль. И в этом может помочь и Донбасс, который уже освободился от... точнее, даже не пустил к себе эту нечисть. И, конечно же, Россия. Ну что ж, поживем, увидим. Все только, видимо, начинается. Спасибо за ваши ответы. Напомню, на связи с нами были эксперты по Украине, политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков и политик, политэмигрант, бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавка.